сразу вспоминаются истории, когда в регулярке, может быть, какой угодно. Так, Кормье скинет перчатки. Пока просто с левой накидывает. И вот уже скинул перчатки Евсеев. Кормье с правой два апперкота проходит. Еще и сверху добил, но дальше нужно разнимать. Судим, что и происходит. Патрис Кормье пытается дать дополнительных эмоций своей команде этим боем. Ну так, главное, чтобы ему до конца не дали, а стратегически все правильно делал. Хотелось бы понять, с чего началось. По 5 минут, да? Что, Евсеев прям на 5 минут? Ну а что, перчатки скинул. Драку мы видели. Пропускал много, это да. Давайте смотреть. Ну, силовой прием. Дальше что? Я думаю, что это Кормье специально. Рядом со своей скамейкой.